девчонки, ребята, выходите сюда. Два есть, кто больше? Да. Назар, Виктория, Лиза, Полина, Дима. Сюда, сюда выходите к нам. Давайте поаплодируем нашему прекрасному жюри. Уважаемые мистеры, давайте немножечко сместимся влево, чтобы все... Чуть-чуть так же красиво, но влево. Не, все нормально, вы сейчас можете расслабиться, кайфовать, уже все равно все решено. Уважаемые члены жюри, заходите ближе сюда. Итак, друзья, давайте, у нас сейчас на сцене детские группы. Одна — это 19 участников, которые вас радовали на протяжении этих трех часов. Это наши мистера, давайте им поаплодируем! Аплодисменты. Друзья, начнем мы с той команды, которая победила в интеллектуальном этапе. Под ваши аплодисменты я приглашаю Дмитрия Матухно, мистера КПИ 2016. Сейчас мы узнаем ту команду, которая выиграла в интеллектуальном этапе. В интеллектуальном этапе побеждает команда, как вы думаете? Правильно, Вискис! Команда Вискис! Команда Вискис! Ну что ж, идем дальше! Следующее наше награждение пройдет команда. Ну тут не команда даже, тут, наверное. Тут все вместе. Спортивный победитель спортивного этапа. Под ваши аплодисменты. Кто у нас спортивный? Ребят. Спорт. For Poland. Спорт. S-P-O-L-T. No one. О, боже мой, какой я англичанин. Скажи на польском спорт. Назар Хасан, под ваши аплодисменты. Тут просто не спорт, а мужність. Мужність. Ну, нехай. Містер мужність. Шановне панство, ваші оплески. Аслан Бінбога. Аплодисменты Аслану! И вернемся к командам. Команда победитель творческого этапа. Полина Соломко, Королева КПИ 2017. Под ваши аплодисменты. Все, да? Конечно, Полина. Да. Давай. Ну и побеждает команда. Ближе. Нино. Общая фотка. Хорошо, идем дальше. И следующая наша номинация — это мистер образ. Под ваши аплодисменты, друзья, Елизавета Татарина. И мистером образ становится... Ближе к микрофону. Нет. Да. Да. Нет. Ближе. Мистером образ становится... Сама читай. Давай, Бог с тобой. Тихо! Раз, два, три. Аль-Сакаф Юнис Шабиб Хусейн. Едемо далі. Друзья, кто голосовал за участника в интернете? Славенько, наверное, не все голосовали. Еще раз, кто поддерживал участника в интернете? Другое дело. Ну что ж,
Следующая наша номинация — это мистер Интернет. Андрей Ерофеев, глава студенческого совета КПИ. Заметьте, Андрей переоделся. Спасибо, Ваня. Пожалуйста. Во-первых, спасибо всем, кто сегодня пришел. Ну и, конечно же, я не могу отметить ребят, без которых бы сегодняшний бы вечер не произошел бы. Это, во-первых, это режиссер-постановщик. Большое ему спасибо, Виталий Федянин. Если он недалеко, то... Аплодисменты Виталику! Это, конечно же, спасибо ведущим, всем нашим партнерам. Спасибо ведущим! Ведущим спасибо! Да! Видите, как они готовились? Мы долго с ними тренировали. Мы не готовились. Просто спасибо. Поверь мне. Ну и, конечно же, мистер КПИ — это один из больших проектов студенческого совета КПИ. И большая команда над ним работает. Помимо ребят, которые координируют, это очень большое количество ребят. Я бы сейчас, если им не сложно, просил бы их выйти всех на сцену. Они там недалеко стоят, я вот знаю, это Дмитрий Котенко, Юлия Каракаш, Влад Баклан, Алина Луцюк. Друзья, давайте поаплодируем у них большая команда, людям, без которых этого мероприятия бы не состоялось. Знаете, мы просто никогда такого не делали, но я считаю правильно, чтобы КПИшники видели. Знаете, ребят, которые... Андрей, я перебью, просто спасибо. Люди спрашивают, мы вышли и ушли, все, да, подарков не будет. Конечно, будут подарки, но подарки, друзья, за кулисами. Да, у нас в студсовете. Подарки за кулисами в студсовете КПИ. Ваши аплодисменты. Это люди, которые делали для вас праздник. Ну и перейдем к номинации. Мистер Интернет становится студент ИТС Игорь Бенсий. Евгений Аркадьевич, наконец-то! ИТС! Спасибо! Получает медали. Игорь, а радуюсь я. Еда медали. Мистер Бенсий, молодец, давайте. Потому Ваня, что Ваня, ИТС, Ваня. Потому Вещечки, что ИТС. ИТС. Потому что красава. Потому что наш, потому что ИТС-овский. Друзья, продолжим. Мистер глядацьких симпатий 2017. Той номинант, якого выбирали саме ви. И, знаете, конечно же. Подожди, каждый год мы же... Каждый год мы шутим. Имя наших гостей начинается на «Я». И в этом году это... Якуб Заневский and Ягода Баднарек. А ягода совсем не подарок, мы с ним пообщались. So, ladies and gentlemen, okay. Mister of Gladatskich Sympathy is... Igor Grytuk. Итак, друзья, для тех, кто не понял, перевожу с английского. Мистер глядацьких симпатий Игорь Грицюк. Давайте еще раз облак. У нас осталось всего лишь две. Две. Две самые важные номинации. Первая. И, перш за все, давай ты скажешь про ту номинацию, яку ми зараз хочемо побачити на цій сцені. Первая из которых... Это вице-мистер КПИ. Під ваші оплески. Вдвох. Итак, Дмитро, вице-мистером... Давай я просто вас представлю, щоб ви покайфували трошки. Дмитро Матухно і Вікторія Рогальчук. Вице-мистером КПИ 2017 становится... Суперкрасивый парень. И этот парень – Иван Кияница! Ванечка, поздравляем тебя! Красивое у тебя имя! Какой он нежный, как он всех обнимает. Он нас обнимет, интересно? Голове.
Ванюшенька, перед тем, как ты получишь, больше ничего ты не получишь, мы тебя приглашаем на язычок, пожалуйста, искупайся в своей славе! Вице-мистер Капы! И почему так грустно? А почему так грустно? Ваня, Кияница, ваши аплодисменты! Друзья, сейчас мы узнаем имя нового мистера КПИ 2017. Для этого мы приглашаем на сцену человека, который уже стоит, Петр Алексеевич Киричок и Полина Соломко, под ваши аплодисменты. Сейчас. Друзья, не забывайте, мистер КПИ 2017. Сейчас его имя прозвучит. Давайте погромче еще раз! Доброго вечора, і дозвольте мені у наших студентів задати питання. Чи можу я нашим ведучим задати одне питання? Ага, звісно! Ізі, ізі! І Влад, чого ви не разу не брали участь у конкурсі «Містер Капи»? Тому що ми і так красиві! Говори за себе! Друзья, Петро Олексійович, я вам поясню українською, тому що потім можете ляща дати. Я поясню, тому що ми одного разу планували піти на конкурс «Містер», ну, на «Містер ІТС», потім «Містер КПІ». Ну, там понятно. Але одного року я дуже сильно закохався, і я не пішов. І він закохався в мене. І в мій білоруський акцент. Ось така історія, Петро Олексійович, ми відповіли? Да, ні, я підкажу вам правильну відповідь, тому що ніхто краще вас не зможе вести цей конкурс. Це була фішка на королеву, але я вже її використовую зараз. Роздіваємося. І дозвольте оголосити... Та не треба, ми вже виграли. Ізі, ізі. Петр Олексійович, не важливо, хто побідить. Головне, що ми. Давайте, об'являйте, давайте. Да. Оголосить Поліна. Звісно, Поліна. Поняли? Да пой сама. Я на колінах. Звісно, на колінах, давай. Давай. І містером КПІ 2017. 2017, правильно говорити. Скажи, будь ласка, нормально. Хорошо. Містером КПІ 2017. Українською, правильно. Мистером КПИ. А теперь скажи, что поняли поляки. Да все. Мистер КПИ. Тихо. Украинское было. Мистером КПИ стає. Давай. Мистером КПИ стає Михайло Марченко. Михайло Марченко. Мистер КПИ 2017. Миша, все, фигня, давай по новой. После этих слов Петра Алексеевича я не ожидал, что не я. Миша. Мистер КПИ, пожалуйста, Вань, проведем, проведем. Под ваши аплодисменты, искупайся. Мистер КПИ! Михаил Марченко! 17! Если мне быть тобой, было бы страшно, знаешь, бейбы, я не скрою на тебя. Есть такая традиция, перед тем, как ты уйдешь с этой сцены, ты поправишь. Все говорили какую-то определенную речь. И, Миш, чтобы мы тебе не говорили, чтобы ты говорил про скорую помощь, про какую-то там еще речь, которую ты хотел бы посвятить свои... Ребят, давайте вы поаплодируете Мишке. Мишенька, фраза победы твоя. Друзья, правда? давайте просто вот сейчас... Поаплодируем Мише. И потом на секундочку услышим фразу, которая
войдет в историю, по крайней мере, на год. Только не слава Украине, пожалуйста. Ну, я не то, что против этой фразы, просто ее говорили 3 года назад. Ребят, меня эмоции, правда, сейчас переполняют. Я до конца не могу этого понять. Да, я хочу реально сказать слова благодарности каждому, кто стоит на этой сцене. Спасибо. Парням, которые принимали участие. Ребят, мы с вами провели незабываемые дни. Это очень... Алло, алло, да. Вот эта фраза и войдет в историю. В историю, да. Хочу, да, еще поблагодарить, конечно же, моих родителей. Маму мою любимую, папу. Мама плачет, мама, я вижу. Мама в зале, друзья, маме! Маме, друзья, давайте так, перед тем, как Миша продолжит, маме отдельные тюмики и аплодисменты. Боже. Мама, это подготовка к свадьбе. Учитесь плакать. Конечно, моим друзьям, моей девушке, которая еще на мистере Тэп. А, девушка? Да, есть. То есть девушка есть? Все, а, да. Все, закругляемся. Да, Мишка, не отвлекаем, давай, сам. Ты, я понимаю твое переживание. Давай сейчас финальные 15 секунд в зал, который действительно ждет тебя. Давайте поаплодируем еще раз. Всем спасибо большое, это было очень крутое шоу, мы все старались, и надеюсь, у нас это получилось. Похлопайте всем на этой сцене, ребята, я вас всех люблю! Михаил Марченко, новый мистер КВ, поехали обниматься!